В Санкт-Петербурге стартовал 10-й Петербургский международный инновационный форум. На его площадке собрались более 10 тысяч российских и иностранных специалистов, представителей властей и бизнеса. Ключевая идея форума этого года – эволюция технологий. Она раскрыта в 4 тематических направлениях, затрагивающих промышленность, городскую среду, институты развития инноваций и человеческий капитал. Деловая часть форума не менее обширна, чем выставочная – более 60 мероприятий. Важным событием стало пленарное заседание с участием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и председателя правления Роснано Анатолия Чубайса. У нас стратегия, разработанная правительством республики 2030 и проектировки до 2050 года, она основана как раз на инновационной экономике. Идет активная дискуссия по новой модности сейчас технологии блокчейн, да, как бы криптовалюты, и чем это может помочь развитию региона. Для Якутии это очень актуально, потому что технология блокчейн может позволить очень быстро и революционно развить экономику республики.